So, good morning to everybody. Доброе утро всем. It's a great pleasure for me to be here in Kiev. Мне очень приятно находиться с вами здесь, в Киеве. Я хочу поблагодарить фонд Виктора Пинчука, Николаса Дамаре и других организаторов, и других спонсоров за приглашение сюда. Мне очень приятно здесь быть с вами вместе с другими докладчиками. Скажем так, на нашей планете Земля всем живым существам нужна определенная концентрация кислорода, которая достаточно высока должна быть, по крайней мере, больше 21%, но так было не всегда в доисторические времена, а мы с вами говорим о 4 миллиардах лет назад, примитивные существа, а это были в основном бактерии в то время, их клеточная мембрана, ДНК у них это было, но органелл у них не было. И тогда был водород и не азот в атмосфере, но очень мало было кислорода. И очень быстро, где-то 2,9 миллиарда лет назад, появились так называемые цианобактерии. И они могли брать CO2 и из него делать кислород. Таким образом, в атмосфере достаточно медленно, но уверенно стала увеличиваться концентрация кислорода. И где-то вот полмиллиарда лет назад концентрация кислорода в нашей атмосфере очень резко увеличилась к тому времени, и она стала приблизительно такой, какой она сохраняется в современном мире сегодня. И мы разработали систему себе для того, каким образом получить кислород из атмосферы в свой организм, как их перерабатывать его с помощью митохондрии. Но у плода есть другие проблемы. Конечно, они получают кислород, плоды получают кислород через плаценту, как мы здесь видим, но поскольку плацента, она не так эффективна, как наши легкие, фетальная ПАО2, как правило, где-то 25-35 миллиметров ртутного столба составляет. Поэтому, когда рождается ребенок, все дети выглядят немножечко цианотичными, синюшными. Ну, извините, этот слайд не очень хорошо получился, но, тем не менее, не все дети хорошо выглядят. И мы боимся этого синего, голубого цвета. Я даже придумал термин цианофобия. И мы пытаемся... Я попытался просто хорошую картинку найти, которую бы можно было испугаться больше всего синего цвета. Вот такую я картинку нашел. Для меня эта картинка очень пугающая. Не знаю, как для вас, но для меня самая пугающая. Ну и, собственно, мир, как можно сказать, разделился. А вот тут мои цели. Мы будем говорить о рисках и преимуществах использования кислорода во время реанимационных мероприятий. И мы будем также перекликаться здесь с доктором Раманатана. И мы будем говорить об идеальном целевом диапазоне сатурации. Ну, есть очень много людей, которые думают, чем больше кислорода, тем лучше. И если кто-то из вас был в Лас-Вегасе, в Соединенных Штатах, вы, наверное, видели людей, которые играли всю ночь в казино. Ну, а поскольку они устают играть, им нужно как-то подкрепиться, и они идут вот к этому, скажем так, специальному устройству с кислородом, и они глубоко вдыхают кислород, и они хорошо себя сразу начинают чувствовать, и они оживают. Но в Лас-Вегасе надо осторожным быть, потому что вот если мы посмотрим на этих женщин, я потом посмотрел, как они себя вели, когда вышли, вот как они стали выглядеть. Remember, помните, то есть много кислорода, это много свободных радикалов, об этом мы уже слышали. И есть люди, которые считают, что кислорода это не так уж как хорошо. И вот есть такой знак, даже дорожный знак, который написан, и кислорода в последующие 10 миль не будет. Так а что делать этих 10 миль? Это что, вдохнуть глубоко и не дышать эти 10 миль? То есть, конечно, знак дорожный не очень приятный, и особенно ты едешь и вот такое видишь. А вот здесь мы видим приятный вот такой, приятное животное. Гетероцефалус глабер по латыни. Ну, они вроде как миленькие, но он на самом деле не голенький. Там чуть-чуть шерсти есть, если можно видеть. Вот два больших зуба, они выглядят как вроде у них есть глаза, но на самом деле у них
нет глаз, то есть они не видят. Они на севере Африки живут, у них целыми колониями они живут, у них есть королева, есть рабочие животные. И очень интересные животные, потому что они живут практически в анаэробной среде. Там очень низкие концентрации кислорода. Ну, конечно, это влияет и на их гемоглобин, но что еще интересно, у них, как правило, нет заболеваний сердца и практически нет онкологических заболеваний. Это грызуны, которые живут очень долго. Это где-то 3 года. То есть для грызунов это очень долго. То есть вы видите, они живут в среде, где очень низкая концентрация кислорода, у них низкая смертность, низкая заболеваемость сердечными заболеваниями и онкозаболеваниями. Так где же правда? Если посмотреть в литературе и посмотреть, кто же открыл кислород, я думаю, вот человек, который, можно сказать, открыл кислород, это Майкл Седжевок, алхимиком был, и он обнаружил, скажем так, КНО3, если ее подогревать, то высвобождается та субстанция, которую мы сейчас называем кислород, это как бы пища жизни. И в 17 веке Джон Мэйл провел классический эксперимент. Он взял, скажем так, мышь и зажигал свечу, помещал эту, скажем так, мышь сосуд с зажженной свечой. Если не зажигать свечу, то мышь жила дольше в 2 раза. А если зажженная свеча, то мышь быстро умирала. То есть он таким образом понял, что свеча сжигает очень важный элемент, очень важную субстанцию, именно кислород. А вот это Карл Вильгельм Шилл. Вот, мы еще называем удачником Шилля, и он тоже проводил эксперименты, но просто он никогда не публиковал свои результаты, то есть ретроспективно мы об этом узнали. И он именно тот человек, которому мы должны говорить спасибо за открытие кислорода, а также Джозеф Пристли, он был священником, он также опять-таки проводил те же эксперименты. То есть мышь и зажженная свеча, то же самое, потому что мышь умирала от недостатка кислорода. Ну, Пристли провел еще дополнительные эксперименты. Он помещал вот в этот сосуд еще зеленое растение. Ну, и мы видели, и он обнаружил, что потом зеленое растение, они продуцируют, да, вырабатывают кислород. Ну, и потом еще солнечный свет направлялся на этот сосуд, и он говорил, что получал вот воздух, кислород, скажем так, тот воздух в сосуде, который был лучше в 5-6 раз, чем тот, которым мы обычно дышим. И он говорил, что вот такой воздух, который мы получаем, будет намного лучше, чем тот, который у нас есть в повседневной жизни. И правда, дышать таким хорошим воздухом мог только он, поскольку он проводил эти эксперименты. И он называл это специальным воздухом. Не называл это кислородом. Только потом эту субстанцию стали называть кислородом. То есть это было давно. А вот уже в 18 веке акушер французский Франсуа Шоссьер стал использовать кислород с помощью вот таких приспособлений для реанимации детей. Когда я был помоложе, в 70-х, и я учился еще на неонатолога, когда мы видели синюшных детей, нас учили давать кислород. То есть, цианоз – это плохо, если дать ребенку кислород, то цианоз уйдет, и очень быстро. И, наверное, единственный был, скажем так, такой вариант, что было делать с такими детками, и такая концепция, она оставалась где-то 25-30 лет. Сейчас мы знаем, что большинство деток, если мы не дадим кислород, то уровни сатурации будут достаточно, скажем так, достаточно нормальные. И вот Робби,
Раби, вернее, опубликовал первые исследования. То есть здесь детей делили на те, которые разрешались вагинально или с помощью кесарево сечения. Но к 5 минутам жизни уровни сатурации достигали около 90%. То есть абсолютно такие нормальные, приемлемые уровни. А вот это исследование, которых рассматривались разные детки, и все приблизительно говорят одно и то же. Если ничего делать, никакого положительного давления, никакого кислорода, где-то начнут детки с 50%, это сатурация, да, такая идет в возрасте, ну, как бы в состоянии плода, и очень быстро повышается. Но вот мы посмотрим на эти синие кружочки. Это данные рандомизированных исследований, которые, и я покажу это исследование через пару минут, но оранжевым — это детки с очень экстремально низким весом, которым давали 100% кислород, а синим — это те, которым проводили реанимацию комнатным воздухом. У них оставались низкие сатурации, низкая сатурация достаточно долго. Но если вы спросите, что лучше для таких экстремально низких, низкой маской детей, наверное, все-таки вот это то, что внизу. Они все равно достигают нормальной ситуации. Если сердечный выброс в норме, если ЧСС в норме, то сатурация здесь не имеет такого большого значения. Дженнифер Доусон, который работает в Мельбурне, в Австралии, Питер Дэвис, они разработали вот эти нормограммы, как быстро должна набирать высоту, как бы так, сатурация после рождения. Вот 50-й перцентиль, где-то 5-7 минут после жизни уровень сатурации достигает нормы, но тут есть большая вариативность. Некоторые детки очень быстро набирают эту сатурацию, некоторые намного медленнее, но все они считаются нормальными вариациями. И вот у нас есть рекомендации Международного комитета ИОКОР. И здесь мы видим, что постнатальный возраст здесь показан в минутах и, соответственно, уровень сатурации. То есть самое главное не достичь 90% сатурации первые 1-2 или 3 минуты, дать возможность, скажем так, и дать до 10 минут ребенку для того, чтобы он достиг самостоятельно нормальной сатурации. Где-то в 90-е годы было исследование скандинавское, и была такая гипотеза, скажем так, выработана, что если давать слишком много сатурации, то мы будем получать формирование, образование свободных радикалов, которые могут нарушать восстановление гипоксических клеток, они могут поражать протеины, белки. И вот было проведено очень известное исследование с свинками 5-дневного возраста, и здесь им давали 8% кислород, пока у них не развивалась брадикардия, и все это проводили, скажем так, 90 минут. Вторая группа 21% кислорода, и у них уровни ПАО 2 достигали нормы, и вторая группа 100% кислород, мы видим, что у них гипераксия развивалась. И что, собственно, показали? Что существенной статистически достоверной разницы средней давления нет между группами, между теми, у которых было 21 или 100% кислорода, и не было статистической разницы по ацетозу, метаболическому ацетозу, и по уровням гипоксантина, то есть изучали метаболизм в головном мозге, и также не было разницы в гистопатологических поражениях мозга. То есть давать в этой модели давать 8% скажем так, кислород 90 минут не имеет значения давать им во время реанимации 21% или 100% кислород. Но есть другие эксперименты, тут другая модель использовалась. Тут был 8% кислород, но только в течение 20 минут, после чего была временная окклюзия, да, или общий
сонной артерии. Гипоксия и плюс ишемия. И на графике мы можем посмотреть на кровоток через головной мозг. Сколько крови идет через кору. Если это были свинки со 100% кислородом, то у них поток крови очень сильно увеличивался. У тех, у кого был 21%, то у них приток крови к мозгу был намного меньше. То есть использовали другую модель, не такую, как оригинально. Тут показали, что 100% кислород восстанавливает ток крови к головному мозгу намного лучше, чем 21% кислород. И я хочу показать этот слайд, и, наверное, буду его показывать несколько раз во время сегодняшней лекции. Вот это цели реанимации, восстановление системного кровотока для того, чтобы кровь пошла в головной мозг. Это уменьшение продукции реактивных форм кислорода и других нейротоксических субстанций, веществ. И ничего нету, как вы видите, о восстановлении сатурации. Мы говорим только о восстановлении кровотока, притока крови к мозгу. И я хочу вам показать только одно рандомизированное клиническое исследование, о котором я говорил ранее. Это вот для детей с очень экстремально низким весом, которым давали или 21% или 100% кислород. Небольшое исследование было проведено, это исследование в Сан-Диего, Калифорния. И исследовали концентрации в обеих группах. Ну и хотели сатурацию довести до 80-85%. Это дети, которым давали 100% кислород, экстремально низкая масса. Они достаточно быстро выходили на то, что мы называем на гипероксию, а вот другая группа, и для них это время было дольше достижения этих параметров. Но с другой стороны, если посмотреть на ЧСС в группе кислорода, мы видим оранжевым цветом, и синим это показан воздух, комнатный воздух. К двум минутам жизни ЧСС было абсолютно одинаково. То есть восстанавливался выброс сердечный. То есть даже если мы берем уровни сатурации, скажем так, сатурация набирается дольше, все равно ЧСС и выброс восстанавливается очень быстро, даже на 21%. Это мета-анализ, который был проведен по всей литературе относительно реанимации новорожденных. И использовались как раз и 100% кислород. И многие дети были доношены, многие родились в странах, не особенно индустриально развитых. И всюду использовался 100% кислород. Или 21%. И ставили вопрос, какую концентрацию кислорода следует назначать детям, которые родились раньше 28-й недели гестации. И ответа на этот вопрос не было получено. Немножечко хочу дать вам данным, но, к сожалению, одно большое исследование еще не завершено. Поэтому часть этих данных — это ретроспективное исследование, обсервационное, когортное, было проведено в Канаде. Дети, родившиеся до 27-й недели гестации, и было показано по этому ретроспективному исследовании, что сочетанный исход тяжелых неврологических повреждений или смерти был выше у тех новорожденных, которым проводили реанимацию 100% кислородом. А это метаанализ, опубликованный в 2016 году доктором Уайтом, это доктор Сакстед, который провел этот метаанализ, и они посмотрели на тех детей, которые во время реанимации получали менее 30% кислорода. Тоже родились до 28 недели гестации и показали, что смертность была выше, когда использовали FA2 менее 0,3, но только в незамаскированных исследованиях. То есть это говорят, что когда человек, который стоит у постели больного, какие-то
делает изменения, то есть повышает или повышается диртация. А если замаскирование, то результаты были совсем другие. То есть этот метод-анализ не помогает вам, потому что если кто-то стоит у постели новорожденного и каким-то образом корректирует его, да, то смертность может быть выше, если FiO2 менее чем 0,3%. Единственное рандомизированное исследование, к сожалению, было прекращено. Это было не замаскированное исследование, которое рассматривало серьезную инвалидизацию или смерть, и сравнивали детей, родившихся высоким или низким, при реанимации использовали высокое или низкое содержание кислорода у недоношенных детей до 28 недели гестации. Они начали эти исследования проводить, потому что считали, что, наверное, кислород использование было бы хуже для этих детей. То есть не было какого-то эквивалентности в этом. Поэтому результат этого исследования всех удивил, потому что смертность в больнице составляла 22% в той группе, которая получала воздух комнатный, и 6% у тех детей, которых реанимировали при помощи 100% кислорода. То есть, наверное, это исследование надо повторить. Но что я хотел бы, чтобы вы запомнили из этой части моей презентации, что неонатальная реанимация новорожденных и результаты по НРП рекомендуют начинать с 21-30% у недоношенных детей. Это уровень доказательности 1 по РКИ. Я встречался с автором из этих исследований, что если бы мы видели такого ребенка, родившегося до 21 недели, то он бы всегда назначал от 21 до 30. Однако, если перед вами новорожденный, у которого коллапс системной циркуляции, или у него остановка сердца, или тяжелая брадикардия, и вы хотите восстановить поступление крови к коре головного мозга, то тогда нужно повысить сатурацию кислорода до 100%, потому что это быстро восстановит церебральный кровоток. Но если вы будете назначать его, и уходит брадикардия, то нужно опять-таки отлучить от кислорода как можно скорее, для того, чтобы предотвратить всякие нежелательные моменты. Вторая часть моей – это куда же мы направляем этот кислород, где должно быть, куда направляем эту сатурацию для недоношенных детей, вот в наших отделениях интенсивной терапии. И это был вопрос. Это очень известное исследование, проведенное Вильсоном еще в 1942 году. И вот это маленькие вот данные из этого исследования. Вот ребенок с периодическим дыханием. Это нормально, кажется, что нормальное физиологическое явление у недоношенных детей. И его выхаживали, и у него было 70% кислород использовался. И вот это дыхание периодическое ушло. То есть он говорит о том, что кислород как бы дает хороший эффект. Но Вильсон еще в 1942 году сказал, что у нас абсолютно нет никаких доказательств, что регулярный тип дыхания, который мы считаем нормальным, лучше у недоношенного ребенка, чем периодическое дыхание. Поэтому физиологических исследований не было проведено. Американская академия педиатрии в 1948 году порекомендовала использовать 40-50% кислород всех недоношенных новорожденных непосредственно после рождения и продолжать его в течение 12 часов до приблизительно одного месяца. И к чему это приводит? В результате это приведет к ретинопатии новорожденных. И интересно, что ретинопатия
детей, новорожденных, ее как бы не связывали сразу с применением кислорода. Но в Австралии Кейт Кэмпбелл и в Англии знали об этой ассоциации между высокими концентрациями кислорода и ретинопатией новорожденных. И вот было еще проведено одно очень небольшое исследование, где были рандомизированы дети новорожденные к рутинному использованию кислорода и как бы укороченному использованию кислорода, то есть 47 и 42. Изменения как раз были связаны с ретинентом фибропластии, то есть то же самое, что ретинопатия. То есть сравнивались рутинно 70%, ограниченное 31%. И получили результаты, если появились эти рубцы, ретинопатия в 17%, рутинно и 5%. И вот у нас в 70-м годах еще были такие квезы с красными флажками, которые показывали, что если высокая концентрация кислорода давалась ребенку, то такой красный флажок ставился над кювезом, чтобы видели об этом. И было показано, что такое вот сокращенное, сниженное было лучше для новорожденных, по крайней мере, не в Штатах. И после такого ограничения использования кислорода повысилась смертность новорожденных с РДС и ДЦП у недоношенных детей. То есть это считало, что приблизительно 16 новорожденных умирают на каждого вот ребенка, которого спасают от слепоты. Такое вот соотношение. То есть какая должна быть целевая сатурация или целевое пропорциональное давление? Какие у нас будут физиологические вот показатели? Это вот из Калифорнии такой. И доктор Рэм уже говорил, что надо избегать гипоксической или легочной вазоконстрикции, нам надо избегать анаэробного метаболизма и лактацидоза, нам надо снизить окислительный стресс, но в то же время мы должны удовлетворить потребности ткани новорожденного в кислороде. И поэтому цели вот сатурации должны профилактировать ретинопатию новорожденных и избегать бронхолегочную дисплазии, снижать повреждения ЦНС и снижать смертность. И вот такой был метаанализ NEOPROM. Здесь принимали участие много стран, которые проспективно собирали данные из 5 исследований, и практически все они имели одинаковый дизайн этого исследования, методы и конечные точки, а также целевое население, то есть это новорожденные до 28 недели гестации. И тут было как бы одновременно проведено много центровых исследований, и все эти исследования имели один дизайн. Это исследование, которое называлось SUPPORT, это было в Соединенных Штатах, его проводили, CO2, это канадское исследование, BOOST-2, это на самом деле три исследования, одно проводилось в Великобритании, одно в Австралии, одно в Новой Зеландии. И на самом деле было проведено 5 исследований, которые шли по одному и тому же протоколу, и первичной и конечной точкой была смерть или инвалидизация в возрасте 18-24 месяцев. И их приписывали к одной или двух таких целевых показателей сатурации. Более низкая сатурация 85-89%, более высокая сатурация, это была группа 91-95%. То есть вы видите, вот эта группа низкой сатурации, более высокая сатурация. И пульсоксиметры как раз были разработаны для того, чтобы следовать. И всем медицинским работникам было сказано, чтобы уровень сатурации был в диапазоне от 80-92%. В группе высокой сатурации по пульсоксиметру 90%. И жена
И фактическая сатурация составляла 93%. То есть пульс оксиметр как бы обманывал немножечко людей. То есть фактическая сатурация была выше. А в группе низкой сатурации, где 92%, то фактическая сатурация составляла 89%. Да, то есть пульс оксиметра, они как бы должны были обмануть медработников. Да, то есть вы видите, что в сравнении по этим группам. А вот эти были такие точки сигнальные по сигналу, и они были в разных исследованиях. Септот, они были 95%. То есть они похожи, но разница по вот этому сигналу тревоги отличались. Это опять-таки для того, чтобы немного обмануть врачей, которые были в постели. Но тут вот опять-таки были такие моменты и противоречия в этих исследованиях. В первую очередь было значительное взаимоналожение между целевыми диапазонами низкими и высокими. И в исследовании СЭПОД группа высокой сатурации, низкой сатурации, видите, они перекрываются. То же самое было и в канадском исследовании. И это же оказалось исследование МОЗ-2. То есть они не отличались. И была такая же проблема. Проблема была с оксиметрами. Это уже было выявлено, когда половина исследования была пройдена. То есть считали, что оно должно привести к меньшему разделению групп сатурации. И поэтому не повлияло это на исследование в Новой Зеландии, оно уже было завершено к тому времени, а повлияло на канадское исследование. И для этого, что было сделано, в середине исследования был изменен алгоритм оксиметра. То есть вот это данные из группы отделений из Соединенных Штатов. И видите, что вот у них поддерживался вот уровень кислорода, и они сравнивали оксиметр Массимо и Нелкор, это были органитмы. И видите, здесь от сатурация была от 90 до 95%. Вы видите, такая хорошая форма на колокол, похожая как раз есть. И все вот исследования, которые я вам показал, Массимо оксиметры давали меньшие показатели сатурации от 87 до 90. То есть мы не будем говорить о том, они не давали такую вот колокола видную форму. И другие исследования были прекращены преждевременно. Саппорт показала увеличение смертности по сравнению в низкой сатурации с высокой. Буст и БУС-2, они смотрели немножко иначе. По их вариантам было показано увеличение смертности в диапазоне более низкой сатурации. То есть у них было незавершенное это исследование в тот момент, когда эти данные были зафиксированы. Вот это данные, которые Ван Кем мне дал, это исходы больших перспективных мета-анализов всех этих исследований. И здесь вы видите как раз пользу от более высокой сатурации. То есть смерть до выписки, от момента выписки до двух лет была лучше, и смерть до двух лет, а в группе низкой сатурации, то есть тяжелая ретинопатия новорожденных или лечение. И это все-таки не слепота, это просто тяжелая ретинопатия. Да, то есть есть разница по слепоте. И также по БЛД также тут было улучшено состояние в группе низкой сатурации. Но я не сказала вам о том, что алгоритм пульсоксиметра был изменен в Буст-2 в Великобритании.
Британии, в Австралии. И вот в этом анализе рассматривается смертность или инвалидизация в возрасте 18-24 месяцев, используя все данные пульсоксиметрии исходные. А другое – это когда используются данные по измененному алгоритму. И сверху вы видите инвалидность, а внизу это смерть. Голубым цветом это низкие уровни, а сатурации оранжевые это высокие уровни. То есть вы видите, что объединенные данные и исходного алгоритма, и измененного алгоритма приводят к выше, более высокой смертности при более низкой сатурации. Если вы посмотрели на исходные алгоритмы, ничего тут не видно. А если вы видите на новый измененный алгоритм, то здесь вы видите, что и смертность, и инвалидизация были выше при низкой сатурации. То есть изменение алгоритма не повлияло. И группа, опять-таки, опубликовала данные, что дети, которые родились с большим весом для своего возраста или с малым весом, с саппортом, смертность для детей, которые родились с большим для возраста своего гестационного, не отличалась в группах с сатурацией, а для детей, родившихся с небольшим гестационным весом для возраста своего, был почти в два раза больше. У них была смертность в группе более низкой сатурации. И в этом году хотели вновь проанализировать эти данные. И это исследование рассматривало уже достигнутые показатели сатурации. И 1316 новорожденных были рандомизированы на группы низкой и более высокого целевого показания сатурации. И дети с малым весом, они были приписаны группе более низкой сатурации, достигали более низкого среднего сатурации, и у них гипоксемия была менее 80%. И у них десатурация была все-таки связана с плохой выживаемостью. То есть, если мы говорим о этих малым весом, с малым возрастом, может быть, это из-за того, что у них уровни сатурации были меньше. И вот здесь еще одно исследование. Сейчас я вернусь пока. И здесь мы говорим в этом исследовании о том, что один диапазон сатурации может не подходить всем детям. Если мы говорим о ретинопатии недоношенных детей, то где-то мы к 19 неделям гестации уже должно формироваться вот эти системы. Когда детки, например, рождаются, мы даем им высокую сатурацию, даем им высокую концентрацию 100%. Например, все эти вещества, которые помогают нормальной васкуляризации, они супрессируются, угнетаются. У ребенка возникает ретинопатия. Тогда идет апрегуляция факторов роста. Вот здесь мы видим, может быть, здесь, в этот момент, может быть, ставить для себя цели сатурации более низкие. И таким образом, чтобы дать возможность этим факторам роста помогать развитию сосудов ребенка. А уже здесь, на этом этапе, предлагать более высокую сатурацию. И исследование доктора Рама, вот здесь мы видим целевые значения, которые вот он исследовал, это единственное исследование, которое мне известно, которое как раз направлено на решение этих вопросов. Разные цели сатурации, начиная с самых низких целей до 33-35 недель и более высокие, скажем так, уровни сатурации.
сатурации, чуть позже. И вот здесь, видите, разные уровни сатурации исследовались, и было показано, что тяжелая ретинопатия меньше было, лазера меньше, БЛД меньше, ну, по, скажем так, разницы по смертности не было. В этих двух группах, ну, нету никаких таких исследований, которые бы исследовали потом уже, скажем так, последствия в более отдаленной перспективе. Доктор Рамана там уже говорил, что очень сложно удержать ребенка в каком-то определенном уровне сатурации. Вот это данные с моей реанимации. И вот в этой цели мы могли удержать около 40% детей. Вот в этом уровне 32-33%. Вот вы видите, вот 85-90-10%. То есть вы видите, очень сложно поддерживать, удерживать детей в каком-то определенном уровне, на определенном уровне сатурации. И если мы будем понимать уровень сатурации, что это идет, как бы там ассоциируется с повышенным заболеваемостью, смертностью, это не одно и то же, как что мы говорим о безопасности или безопасности уровня сатурации. Да? То есть это совершенно разные понятия. И идеальный уровень сатурации или цель сатурации может быть разной для разных органов и систем организма, для почки, сердца и головного мозга. Для них нужны уровни, разные уровни сатурации. Но мы должны поддерживать уровень сатурации в уровне между 91 и 95, для того, чтобы не было избыточной смертности и заболеваемости. Но в любом случае, какой бы вы уровень для себя не выбрали, удерживать ребенка в нем будет очень сложно. И спасибо вам огромное за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Будьте любезны. Can you tell us, please, if I may ask you? Скажите, пожалуйста, на протяжении многих лет использовалась комплексная терапия гипербарической оксигенации гнойно-септических процессов. Это было, скажем, даже в одно время модно. Есть ли катаклистические исследования выживших больных в Америке после получения такой терапии? So my answer is I don't know of any follow-up. Могу вам сказать, что я не знаю о таких катамнестических наблюдениях. Во время сепсиса очень много продуцируется свободных радикалов, но при гипербарической терапии тоже очень много. И мне кажется, что верно, все-таки должен повышаться уровень инвалидизации, но конкретных исследований я не могу вам привести, я их просто лично не знаю.